Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас очередной выход. Выехали мы сегодня вдвоем. Все с тем же фартовым Михалычем. Находка в камушке, вот так вот, смотрите, красиво. Вижу надписи, это походу медаль какая-то. Итак, ребят, у меня находка в камушке, вот так вот, смотрите, красиво. Вижу надписи, это походу медаль какая-то. Да, ребят, у меня впервые какая-то медаль. Ух ты, какая прелесть! Твою налево! Это он, Николай I, Александр II, за взятие чего-то. Это же это. А, так, 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 господи. За Крымскую войну. Крымская война. Как у меня. Медалью в память о войне награждался широкий круг людей, как воевавшихся на Крымской войне, так и находящихся в тылу. Медаль была учреждена 26 августа 1856 года Александром II по случаю коронации его императорского величества. Количество отчеканенных медалей было около 1 700 000, и было два варианта из светлой бронзы и темной. Медалями из светлой бронзы награждались главным образом военные или непосредственно участники военных событий. Медалями из темной бронзы награждались только гражданские люди, в том числе почетные граждане, оказавшие какую-либо заслугу, в том числе благотворительную помощь. Крымская война. Как у меня. Блин. Ну, слегка, ребята, но не идеал. Ну, блинский. Огонь. Вообще огонь. Классно, классно. Долго я его ковырял здесь. Блин, уже хотел на перекур идти, блин. Думаю, надо все-таки доковырять его. И вот, смотрите, наковырял. Вот это ковырялка у меня. Наковырял такую прелесть. Зачет. Обязательно обмыть, обкурить и продолжить. У Михалыча сигнал в прямом эфире. Михалыч, ну-ка давай посмотрим, как ты работаешь. Поймал. Поймал. Нет. Фигня. Ну ладно. Ну ладно. Продолжаем. Итак, ребят, камеру я прячу от солнышка. У Михалыча сейчас в машине бомбанула зажигалка.
на лобовом стекле лежала. У меня находки классные. Здесь на засыпке на выброшенном грунте выпал пятак 30-го года. Но вот здесь вот выпал другой пятак, но уже царский пятак 1911 года. Вот это да, вот это класс. Между прочим, пятак вытащил оттуда же, откуда и вытащил до этого сюжетик. Медаль за Крымскую войну. Вот такой вот пятачок. Класс, класс, класс. Что там, Михалыч, у тебя? Что-то тоже бренчит, да? Что-то мелко. Это вообще, да. Потерял, да? Да вот, наверное, оплавыш, который последний выбросил камушек. Ага. Здесь оплавыши есть. Ладно. Пополнение моей копилочки пятачком царским. Ну, пока как-то вот так вот. Итак, ребят, срезаю кромочку, сигналю стенки. Выпала монета. И монета царская. 1 копейка серебром. Николай I, 1846 года. Класс, 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 класс. Вот и царик выпал. Зачетно. Домик уже добиваем. Осталось, наверное, нам 3 на 3. Вот так вот дом. В общем, за сегодня должны с Михалычем справиться. Но очень жарко, ребят. Очень жарко, блин, солнце пекет. Блин, время 3 часа. И вообще полная задница. Через каждые полчаса бегаем в машину. Воды, перекур, чай. Потому что невозможно на солнце. Итак, ребят, только что вам показывал Николая. И... О, следом. Следом снова Николай. Но он что-то какой-то... Что-то затертый, что ли. Буквы такие, знаете, жирные. Такие огромные. Может, разновидность какая или что. 1842 года. Было еще несколько конинок. Я вам это не демонстрирую. Даже советики я вам уже не показываю. Потому что находок просто зашквар. Особенно у Михалыча. Я вот Михалычевские находки вообще не показываю. Он дергает и серебро, и крупную медь. Сейчас вот только что двушку, трешку 24-го дергал. Подобрался он к печке. И я ему сказал, он: надо печку бомбить. А он говорит: не, не, тяжело печку бомбить. А я ему историю сказал. 29 декабря прошлого года под печкой, под печкой подняли 50 килограмм кольцевиков. Вот так вот, ребят. 50 килограмм кольцевиков — это одни из самых дорогих монет. Что было дальше с этими монетами, я, конечно, не расскажу, тем более не покажу. Так что ладно, я на отдых, а Михалыч тоже. Михалыч тоже на отдых. Все, пойдем на отдых. Итак, ребят, лежу я в тенечке, пью чаек, отдыхаю, курю, а Михалыч на солнце, как маленький трактор. А возраст уже, как говорится, уже... А мне солнце вообще противопоказано. Запрещает мне находиться долго на солнце. Человек может вечно смотреть, как течет вода, как горит огонь и как работают другие. Да,
Любо-дорого взглянуть. Ладно, 5 минут отдыха и к Михалычу. Итак, ребята, двигаюсь вдоль так называемого венца. Выпала монета. Маленькая. Что это? Что-то непонятно. Это денежка. Представляете, ребята, это денежка. 1861. Ничего себе. У Михалыча полкопейки, а у меня денежка. Александр II. Классно, классно. Продолжаем. Итак, ребят, только что была денежка. Был сигнал в этой стенке. Тут же была и денежка. И был еще один сигнал. И я просто выковырил его. И это у нас, вижу уже по силуэту, тоже Александр II. Смотрите, какой сохран. Я таких монет еще в таком сохране не встречал. Копейка. 1865. Смотрите, какой внешний вид. А если его намочить, он вообще будет огонь. Я таких монет первый раз вижу, чтобы в таком сохране были. Рельеф высокий. Обычно затертые эти монеты. А это класс. Огонь. Ладно, все. Наперекур. Да, Михалыч, наперекур? Кстати, до этого перекур был. Вы, наверное, заметили. 1/2 копейки были. Ой, копейки Николая с серебром. 2 штучки. Николай первый. А сейчас выпали Александр II. Снова 2 копейки. Ой, 2 монеты. И, естественно, снова наперекур. Михалыч с печкой больше бороться не хочет. Перебрался он в тот угол. Вот где у нас стоит щуп. Это угол дома. Объем еще, смотрите, какой огромный. Вообще. Монет мы уже сколько выкопали отсюда? Вчера 90 монет. Уже 90 монет отсюда вытащили. И сегодня еще 50. Но это приблизительно в конце копа, я вам скажу. Так что все, отправляемся на перекур. Итак, ребята, сижу я здесь, в тенечке, кайфую. Михалыч копал, как вы видели. Он у нас немножко слепой. Близорукий, да? Да. Дальнозоркий. Вот, накопал он там трешек 24-го, копеек, да? Угу. И сюда на перекур приходит. И начинаем разглядывать его находки. И находка еще одна. Копеечка. Копеечка 25-го года. Вы просто представить не можете. Второй день подряд. С одного и того же шурфа. Он один поднимает копеечку 25-го года. Стоимостью 8000 рублей. Помимо всего, он и поднял еще пол копейки 28-го года стоимостью 3000 рублей. Сохран просто шикарный. И эта монета тоже классного, бодрого внешнего вида. Вон он у нас чемпион, Михалыч. Танцы джага-джага будешь? Вчера он танцевал, ребята. Михалыч, танцевать будешь? Тогда верну. Так что мои поздравления, я от вас тоже в комментарии, потому что монета редкая и дорогая. Так что классно, закончим именно сегодняшний коп вот этой бомбой. Сейчас я вам крупным планом покажу сохранчик. Ну а наша копеечка очередная 25-го года
Есть, конечно, утраты небольшие, удары, но это, наверное, в процессе ходьбы монеты. Монета просто 25-й год, ребята, 25-й. Это не 24, а 25. С другой стороны, просто огонь. Они еще, между прочим, разновидности бывают. Серп, если указывает выше Северного полюса, то она вообще бешеных денег стоит. Сейчас я, конечно, разглядеть не могу, но мой друг-комрад такую копеечку продал за 85 тысяч рублей. Так что, блин, еще нужно разбираться по серпу. Сейчас, конечно же, вам покажу то, что мы накопали. А накопали, ребята, сегодня очень много. Так что ждем. Итак, ребят, все, пришло время заканчивать. Вода у нас закончилась. Было у нас с собой 8 литров. И все 8 литров мы в пух и в прах уделали. Даже нету воды умыться. Грязные, как черти. Ну и загорели, смотрите, как поросята. Под цвет машины мы уже, внешний вид. Работали сегодня Аська 250 и Фишер 44 на шурфе. Шурф, к сожалению, мы не смогли добить, как и обещали. Находки там еще есть, потому что последние прям ряд, череда у Михалыча были трешки 24-го года. Вот, ну, ладно, не буду долго разглагольствовать. Сегодня снова бомба, копейка 25-го года, пол копейки 28-го, серебра надергали. В общем, классно, классно, классно. Сейчас я вам покажу крупным планом, чего, сколько мы нашли. А нашли просто много, очень много. Вот они, ребята, наши красавцы удалые, которые нам сегодня помогли здорово покопать. Фишер 44 и гартовская Аська 250. По находкам просто бомба, огонь. Смотрите как. Смотрите, как получилось по находкам. Давайте сначала со шмурдяка. Бубенчик классный, зачетный. Стас вчера одну половинку нашел, Михалыч сегодня вторую нашел. Так, вот такой вот свисток. Вообще огонь. Михалыч еще нашел. Вчера один самовар был с таким же рисунком. И сейчас вот именно только краник. Вот такой наперсток хочу спросить. Мы предполагаем, что это наперсток для тех барышень, у кого ногти длинные. Но я не знаю, верны наши предположения или нет. Напишите в комментарии. Так, ну по шмурдяку что у нас получилось? Вот это тоже непонятно. Я предполагаю, что это пряслица, возможно. Если я ошибаюсь, напишите. А если верно вам говорю, тоже напишите и подтвердите. Вот такая вот непонятная рисунка. Какой-то вот здесь вот рисунок проглядывается. Но, не знаю, возможно, створка. Точно сказать не могу. По пуговицам сегодня получилось вообще классно. Смотрите, какая. Я первый раз такую вижу именно в такого вот формата. Они обычно такие дутые, а это нет. Получилось у нас снова вчера поднимали вот такие пуговки. Сколько мы вчера подняли? Вчера одну. Я, по-моему, две. Или одну. Я вчера одну, и сегодня еще две. То есть классные пуговицы. У Михалыча тоже две пуговицы. Два креста у меня получилось. У Михалыча один крест. Пуговка орлянка, раз. Потом вороток от какого-то значка. Это просто классно. Так, маленькая пуговка орляночка такая. И вот знаете, Михалыч хотел вот эту пуговицу выкинуть. Говорит, немецкая, непонятная. И, наверное, хотел выкинуть. Но когда я взял в руки и оттопырил уголок, и смотрите, что там. Там, ребята, орлянка. Представляете? И это делалось для того, чтобы не было видно символики царской. Во время революции, после революции, именно заклеивали, закрашивали. Вот таким вот образом. Тряпочкой обшили. Ну так вот, имейте в виду, ребята, на будущее. Так, что у нас дальше? По монетам просто огонь. Смотрите, целый ряд.
целый ряд у нас меди. Крупные меди. Раз пятак, два пятак, три пятак, четыре. Четыре пятака. Трешки. Раз. Так, это что у нас? А, трешка. Раз трешка, два трешка, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять трешек. Девять трешек. Три двушки. Три двушки. Копеечек. Раз, два, три, четыре, пять. Пять копеечек. Классно. По царям тоже получилось нормально. Пятак 1911 года. Сохран бодрый. Вообще огонь. А, так, еще две монеты. Это одна копейка с серебром 1846 года, 42 года. Александр II, 1865. Двушка 1870 там. И копеечка 1856. Денежка 1861. Классно. Вот так вот классно. По советам тоже получилось нехило. Странно то, что, ребят, смотрите, все желтые монеты. Где медно-никелевые монеты? Где? Почему на этом шурфе у нас не было медно-никелевых монет вообще? Вот этот медно-никелевый монетос я поднял на разведке, ходил на свой старый шурф. Ну, я один. Вот. А, у тебя тоже есть, да? Десятчик. А, у тебя рамочник, да, по-моему, где-то? Это вот. Щитовик. Щитовичок, да. Представляете, какое большое количество желтых и всего-навсего один с этого шурфа вылетел. Вообще бомба. Непонятно. Так, ну и к самым сегодняшним вкусняшкам. Бомба сегодняшнего дня, конечно же, медаль. Вообще огонь. Серебро. Раз, два, три, четыре. Четыре серебрушки. Белончики. Классно. РСФСРовская. Двадцатка. 1922 год. Вообще огонь. Серебро в шикарном виде. Следующая бомба. Это полкопейки 1928 года. Стоимостью 3000 рублей. Вот такая малюсенькая монетка. Пополнит нормальный кошелек. Ну и самая большая сегодняшняя бомба. Это, конечно же, очередные 25 копеек 1925 года. Вот такая вот зачетная монета. Ну, теперь пишите в комментарии, как вам наш шурф. Понравился, нет? Это, между прочим, шурф, который мы били вчера, где у меня три части с этого шурфа. Находок просто много. Ну и, ребят, палец кверху за труды и старания. В такую жару наша баклажка полностью пустая, даже умыться нечего. 8 литров усосали, как делать нечего. Ну и все, ребят, на этой ноте. Всем пока, до новых встреч!